Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Джанана арестовали, если вы хотите, чтобы Яман узнал правду о Канане, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим, кто с нами согласен. Не забудьте включить уведомления, чтобы вас уведомляли о первых видео. Канан будет арестован. Узнает ли Яман правду от Некми? Скажет ли Сёфер правду Яману? В этом видео я отвечу на ваши вопросы, друзья. Не теряя много времени, давайте перейдем к новому эпизоду сериала «Эмонет». В новом эпизоде «Эмонет» Сёхер узнала все факты. Сёхер впервые узнал, что Кэнон не больна раком. Затем Сёхер узнал, что Джанан намеренно отравил Ямана. В результате Сёхер разозлился. В следующем эпизоде Сёхер попросит у Кэнона хороший аккаунт. Кэнон будет умолять Сёхер не раскрывать правду. Но Сёхер захочет раскрыть правду как можно скорее. Также Яман поймал Некми. Яман собирался узнать все факты от Нечми. Но скорее всего Яману не удастся узнать истинное лицо Джанана от Нечми. Таким образом Кэнон еще какое-то время будет оставаться в особняке. Но Сёхер накажет Кэнон, потому что она знает правду. В конце концов Яман узнает, что Джанан мошенник. Когда Яман узнает правду, он увидит настоящее лицо Зухала. Потому что Джанан раскроет истинное лицо Зухала. В результате и Джанан, и Зухал будут арестованы и заключены в тюрьму. Сёхер и Яман будут счастливы до конца. Кроме того, Яман поправится. С выздоровлением Ямана больничные сцены также закончатся. Считаете ли вы, что Сёхер должен сказать Яману правду? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Если вам нравятся такие видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, друзья. Будьте здоровы и увидимся снова.